и мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение. О, дашь, Господи, отцу нашему, но не тесно именитому, протоиерею Александру, настоятелю святаго храма сего, и рабом твоим, нынете знаменитом Иерею Александру, 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 отроку Александру, Александру, и всем носящим имя святаго благоверного великого князя Александра Невского, и сохрани их во многом.